Всем привет! С вами канал Art Mania, и сегодня у нас видеообзор на вот такой слайм. Купила я его в Галамарте. Здесь он 130 грамм. Ну, давайте посмотрим, что здесь у нас написано. С большим трудом сфокусировала, а здесь вы там увидели. Так, давайте его откроем. Здесь вот есть блески. Такой блестит, только с одной стороны. Так, он запакован у нас в пленочку. Убежал. Жесткий стал. Что-то пожестел. О, блёстки немножко остались. Такой он. Блин, он что-то рвется. Так, надо посмотреть, наверное, мне какие-то ролики, чтобы его немножко привести теперь в норму, наверное, потому что я знаю, что он не должен себя так вести как-то. Либо просто потому, что он дешевый. Либо вот он у меня, кстати, лежал довольно давно уже. Могло быть, наверное, из-за этого еще. Либо его надо, наверное, мять. Долго-долго мять. Короче, надо сыну его дать. Так, такой, знаете, влажненький. Может быть, тут срок годности у него есть. А, срок службы год. Но года ему точно нет, я думаю, дата изготовления. Июнь 19-го. А у нас сейчас 20 март. Ну нет, года ему, конечно, нету еще. Блин, нет, что-то у меня не получается так. Не получается. Нет, ну что ж такое? Он оставляет такие, знаете, кстати, руки как будто влажные после него. Но он такой, это не холодный, он такой тепленький. И лопается. Фу, он так пахнет противно. Какой-то гадостью. Ну, наверное, да, его нужно подольше помесить. Не знаю, короче, мне не получается делать, как это делает молодежь. Как-то так они раз, там раз, и получается пузырик. Видимо, надо... Вот, блин, но все равно вот он рвется. Рвется прям быстро. Короче, смотрите, у нас такой слайм. Может быть, надо было, наверное, либо подороже, либо, наверное, я его попробую намочить, может быть. Не знаю, короче, посмотрю ролики, чё как. Либо его, скорее всего, надо месить. А как еще? Ну, их растягивают вообще-то, да, растягивают. Растягивают, растягивают. Желтый, как сопля. Растягивает, да? Нет, он рвется. А потом так, оп, и какашечка. Надо было коричневую брать. А потом его так аккуратненько взять, где-нибудь положить. Дай. И оставить, чтобы кто-нибудь увидел.
Наверное, мышцы рук хорошо тренировать им. Какой симпатичный себе. Короче, вот. Вот такой у нас с вами был обзор. Напишите в комментариях, что же с ним сделать, чтобы он как-то был более эластичный, что ли. Что-то, видимо, надо тут добавить. Чтобы вот он тянулся. Вот он тут тянется, оторвется. А ну вот тянется. Наверное, дольше надо просто. Потом вот так вот, оп. Его. Да, все-таки надо было коричневый брать. Поприкалываться потом над мамой или бабулей. Он растекается. Мне кажется, он сейчас растекется и форму свою держать не будет. Он еще и двигается. У меня вот, кстати, есть лизун. Такой. Этого я покупала в фикс-прайсе, но он сейчас вообще его... В руки берешь и просто вся в нем. В прошлый раз как-то даже ролик у меня на канале есть, как мы с сыном вдвоем просто стали заложниками этого лизуна. Это был просто кошмар, его невозможно было не снять. Он такой стал мелкий, его много стало. Это, не знаю, был просто кошмар. Ой. Как-то он, когда мерзнет, что ли, начинает. Становится такой неэластичный. Да, я думаю, сыну понравится. Ладно, вот такой у нас с вами был обзор. Не буду вас долго томить, иначе это может затянуться все на несколько часов, я думаю. Залази обратно. Ой, это не я, это он. А, хочешь над подружкой прикольнуться? Подходишь вот так, вот сзади засовываешь этот слайм. И жмешь вот так. О, пузырик. И жмешь его вот так вот. И он начинает пердеть. Ой, и все. О, слушайте, только я могла найти такое, чтобы его хоть как-то туда запихнуть. Хорошо, он хоть залазит туда хорошо. Вот вам хороший прикол будет. Крышечка хорошая, смотрите. Закручивается. Вот, чтобы он не сбежал оттуда. Ну, такой он довольно красивый, да? Но вот надо, наверное, что-то добавить. Я знаю, что добавляют, по-моему, либо в воде немножко, либо чуть-чуть замачивают, либо... Какое-то средство, по-моему, оно наоборот его сделает более жестким. Наверное, в воде, скорее всего. Ну, напишите мне в комментариях, что можно с ним сделать, чтобы он был более такой эластичный, чтобы он не рвался. Вот, а на сегодня это все. С вами был канал ArtMania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии обязательно. Также смотрите другие ролики, обзоры на продукты, товары, влоги, как мы с сыночком живем, отдыхаем. И я думаю, наверное, выйдет влог, как у меня сыночек его мнет. Я запишу. Вот, это будет, наверное, интересно. Выйдет где-то попозже немножко этого видео. Немножко, да, попозже, но это будет, скорее всего, одним роликом, как он будет его мять. В любом случае, вы его увидите. Вот. Ну, всем пока-пока.